Братва, смотрите, какой косяк с готовым гидроручником. На входном штуцере резьба 10 мм, и сюда подойдет любая стандартная трубка. А на выходящем штуцере резьба 11 мм, и ее вы днем с огнем не сыщете. У нас есть целый набор штуцеров, но такого здесь нет. Я взял болт ГБЦ 11 мм, стандартный штуцер, одеваем его сюда, обрезаем резьбу, привариваем и сверлим его на сверлильном станке. В итоге мы получили кастомный штуцер и сейчас изготовим трубку.